вас, дорогие мои друзья, соскучились, и я вас ждал. Отправимся в новое путешествие по сказкам Пушкина. Мяу! Ребята, сегодня волшебная палочка снова привела нас в игру «Из какой книги страницы?». Назовите сказку Пушкина, из которой выпали страницы. Найдите лишнюю иллюстрацию. А к каждой из этих иллюстраций, я уверена, вы помните слова из сказки. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Подбежали бояре и дворяне, старика в за шеи затолкали, а в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Ой, смотрите, иллюстрации возвращаются в книгу. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Сказку о рыбаке и рыбке вы, ребята, конечно, узнали и поняли, что богатыри пришли к нам из сказки о царе Салтане. Вы молодцы! И вот мы с вами очутились в новой игре. Предлагаю вам пройти по лабиринту и найти, кого же поймал старик в третий раз, закинув невод. А помогут нам разноцветные цифры. Давайте проследим глазами каждую дорожку, окрасив ее в свой цвет. Ведем глазами по голубой дорожке. Кого же мы видим? Черепаху. Смотрим, следим за розовым цветом дорожки 2. Кто здесь, ребят? Морской конек. Проводим глазами третью дорожку, желтую дорожку. Кто тут? Краб. Осталась дорожка номер 4. Внимательно проведем зеленую линию. И поймал старик золотую рыбку. И вот она, государыня рыбка, как с почтением называл ее старик. Вот попали мы в царство золотой рыбки, и предлагает нам она свою игру. Сейчас рыбка взмахнет плавником, картинка остановится, и нужно будет найти одинаковых рыб, соединить их попарно. Ребята, вы уже нашли? Вот она, первая пара. А вот еще две одинаковые рыбки. Вы увидели еще одну пару? Точно. Ой, и я заметила четвертую пару. И еще одна пара рыб. Ребят, я нашла 5 пар рыб. А у вас сколько получилось? Если мы все сделали правильно, золотая рыбка, наверное, снова должна появиться. Мы с вами все сделали правильно. Помогли встретиться всем одинаковым рыбкам в ее царстве-государстве. Мы молодцы. Да вы, оказывается, хорошо играете и в сказках толк знаете. С удовольствием встречусь с вами снова. Заглядывайте ко мне.